Одинцовские единороссы проверили ход комплексного благоустройства дворовой территории в новом городке. В рамках программы там увеличили число мест для стоянки автомобилей, а также поменяли асфальтовое покрытие. Местные жители обратили внимание депутатов и на недостатки. Например, щели между бордюрными камнями и отсутствие прорезиненного покрытия на детской площадке. В ближайшее время должна состояться встреча активистов с представителями подрядной организации.